Итак, сдан волшебный санузел. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Полотенцесушитель лесенка. Антитравматичный уголок. Откосик из плитки вместо добора. Хрущевка. Унитаз поставили под небольшим углом, чтобы уместился кошачий туалет. И было расстояние между унитазом и стиральной машинкой. Все уголки сделали антитравматичные. Лючок. Там живет счетчик и краник. Здесь ниша. Здесь еще будет мебельная дверка венге с полочками. Вот, то есть отдельно стены сделали белой плиткой. Все под дерево. А здесь темная. Вот. Лесенка. Потолок собран из пластиковых панелей Орта. Диодная подсветка. Здесь будет еще вентилятор, когда он найдется под дерево. Вот так вот здесь все уместилось. Краник под унитаз. Держалка для ёршика, бумагодержатель. Ну, хрущевка, маленькая раковина. Зато ванну штробили и туда на 5 сантиметров. И туда. Но этот угол, когда штукатурили, делали 90 градусов. А для того, чтобы этот угол сделать 90 градусов, нужно было бы здесь накидать стену еще 14 сантиметров. Поэтому так не выравнивали. И здесь получился, часть ванны заходит на 3 сантиметра туда в стену, в штроп, а часть ванны стоит вот так. Смеситель с торца ванны. Один смеситель на ванной, другой на раковине. Ну и все мозаичкой. Вот так вот. Замечательный санузел.